Также в Одесской области, но уже в Любашовском районе, в ДТП погибла журналистка интернет-издания «Страна.UA» Стася Рафал. Трагедия произошла около 4 часов утра. Девушка вместе с коллегами ехала в микроавтобусе из Киева в Одессу. Автомобиль врезался в фуру, которая неожиданно притормозила на средней полосе трассы. Очевидцы сообщают, что в результате столкновения журналистку вместе с креслом выбросило на дорогу. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Стася Рафал работала в «Страна.UA» с момента ее основания. Мы выражаем соболезнования родным и близким нашей коллеги. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и врезался в стоящий в правой полосе автопоезд Volvo с прицепом. Следствием устанавливаются действия каждого участника дорожного движения.